Всем приветули, братва! Прежде чем вы начнете смотреть это получасовое видео, я озвучу некие важные моменты. Во-первых, в описании паблики моих партнеров. Залетайте, подписывайтесь, все красиво и качественно. Во-вторых, по поводу сбора на комп. За полмесяца собралось чуть больше 50к. Честно, я даже не ожидал. Всем огромное спасибо. Посмотрим, что будет в конце месяца. В-третьих, о чем вообще будет это видео? Сложно обозначить одним словом, но название видео отлично подходит. Не знаю, зайдет вам или нет. Я очень старался, но если первое видео из этой рубрики зашло, то и это должно. Читаю все комментарии, поэтому ваше мнение очень важно, чтобы я понимал, правильно ли все делаю. Кстати, 1000 лайков нужно собрать под видео, это по любасу. И кто вообще впервые попал на мой канал, советую начать смотреть эту рубрику с первого видео. Для этого есть отдельный плейлист. Приятного просмотра после краткой инфы. Ни для кого не секрет, что в сфере сампа появилось много новостных журналов. Один из них очень свежий, имеет говорящее название Samp News. Авторы журнала рассказывают про обновления проектов и делятся своим мнением. Например, они сравнивают сервера между собой, при этом не имея предвзятого мнения, что очень важно. Также они следят за каждым проектом и выставляют новости проектов и интервью. Если заинтересовало, ссылка в описании. Итак, друзья, этот же день, 26 января, 8 часов по Киеву, и мне сейчас нужно что? Снять со счета бабки, чтобы раздать парням, якобы те, которые я получил с ломбарда. Я думаю, где-то, например, 2000, например, 2000 я сниму и раздам кому-то как-то. Я думаю, это нормально, потому что когда парни тогда грабили ломбарды, они требовали, по-моему, 40-50 тысяч, где я смотрел, ну, примеры других РП-ситуаций. Поэтому я думаю, за мои два музыкальных центра, кофеварку и ноутбук, это вообще это мало. Поэтому я думаю, ну, нормально. Так, что тут у нас получается? Моя машинка вот. Но мой велик, как бы, я просто его использую ОЦ. Поехать, взять денежку. Нужно купить и аптечку, чтобы полечить парней, если какие-то будут валяться на полу. Да, кстати, тоже вам как помощь такая. Можете возить с собой там одну аптечечку, какую-то еще одну там в машине, если у вас есть. Чисто вдруг какая-то непонятная ситуация, нужно откатить, админы не отвечают. Просто используйте кого-то полечить, я думаю, даже так вас заметят. Но это так чисто. ОЦ приемчик. Не могу сейчас найти аптечку, ну и ладно. Ну, короче, вот так вот у меня денег будет. Кстати, интересно глянуть, из них кто-то онлайн вообще есть или нет. Маркуса нет онлайн, Сэма нет онлайн. Походу, никого из тех, кто мне нужен, нет онлайн. А это очень плохо, потому что через них можно было бы отлично начинать взаимодействие с другими. Какая-то движушечка. Кто это, кто это? О, Хэнк, я Хэнка знаю. Вы мои первые друзья. О, здорово, чернота. Не шаришь Сэма? Не видел его? Или старшака Ди. Ладно, я понял. Очень приятно, я начал искать друзей себе вчера. Нашел Хэнка и Фрэнка. Но они обзывают меня жирным. Блин, это парень. Игра у него, наверное. Ну, это то, о чем я говорил. Не нужно это приходить. Я ищу себе друзей, хочу друзей. Он никогда не пойдет в банду. Короче, это Даниэл МакМабл. Ему 25-30 лет. У него золотой браслет. Но он себя ведет в разговорах. Вроде какой-то он тугой. С некой насмешкой наблюдает за Дэниелем. Че этот нигер оправдывается? Центнер ебаный. Я не жирный, чего вы? Никто и не говорит, что ты жирный. Ты сам толдычишь об этом. Болтаешь об этом весь вечер. Я только зашел на тупик, уже услышал об этом. Слышь, забей на свой вес, если нахуй кто тебя оскорбляет за вес. Парни, зачем вы его оскорбляете? Он не прям жирный. Замечает слабость Даниэля. Начинает откалывать его. Не хочу, типа, его грузить, но надо, надо. Обнимает Перри, берет его за голову, начинает тереть голову парня. Эй, отпихивает Мариуса. Убери свои лапы, нигер. Жирный заступается за жирного, видите? Я не жирный, я не жирный. Да ты туша ебаная, нигер. Посмотри на себя. Ну и мы стояли, говорили на эту тему, из-за которой даже драка началась. Ну и в целом, я не буду показывать вам каждый разговор на районе, вы умрете от скуки. Если я не прав и вам прям нравится, можете меня поправить, могу хоть и каждый диалог вставлять. Дайте знать в комментах. Но хочется больше идти по сюжету и развитию. А почему я показал эту ситуацию? Просто хочу сакцентировать внимание на то, что у ваших персонажей должны быть минусы, слабости, негативные черты в характере. Этот, например, толстый и походу слегка отсталый. А может, это просто не персонаж тупит, а сам игрок.
мой персонаж плохо дерется, например, болеет астмой. И, кстати, сразу отвечу по поводу астмы и курения моего персонажа. Почитайте в интернете, сколько болеющих бронхиальной астмой курят. По сути, тот же процент, что и обычных курящих. Да, не всегда идеально отыгрываю это, но стараюсь не забывать. Оу, осторожнее, девочка. Что они за хуйню там пишут? У тебя есть граната? Это что, какие-то эти залетели? Фанегеймеры, чушу. Так, Джошуа Белли выглядит болезненно из-за сильной худобы. Джошуа 14 лет. Угу, это нормальный хуй. Так. Что теперь заняться? Чем? А, хуй пойми, чем заняться. На самом-то дельце. Ну, я, короче, после делюги покупаю себе дорогие сигареты, две бутылочки пива. Именно при бабле, парниша, понимаете? Иду с магаза, с пивандопола хуярю тут такой. Та ты шо? Где-то я, кстати, это уже видел. Нормально, обычный вечерок, выходной день. Почему бы и нет? Ну, а тут на районе это так и стоит АФК, а те просто в толпе. И вот я не хочу идти в толпу. Ну, подойду издалека, гляну, что они там. Ну, типа, блин, я не люблю вот этого. Ну, что можно играть в толпе? Вот сейчас посмотрим. Давай сейчас пройдусь, посмотрим, что они играют там в толпе. Ладно, ладненько, ладули. Скучно мне сейчас, я засыпать хочу. Реально. Не люблю, когда, блядь, скучно. Тарамс, у нас есть новые скриншотики. Не забывайте просматривать скриншотики, может, что-то узнаете. Хоть будете знать, кто мемберы фракции, чтобы не доебаться, не было вот того, что вы видели, когда два мембера закусились. Смотрите, это же этот парень Овис Дюрант, который был там при ограблении хаты. Валим, походу валим, валим, блядь, походу. Блядь, да отойди нахуй. Ой-ой-ой, так они кореша, знакомые или что, или как? Что-то они приехали тут перетереть какие-то дела. А Тристан Купер, кто не в курсе, это один из старших Frontyard Ballas. А Исаак Джонсон, это инсайдер, насколько я понимаю, если там ничего не поменялось. Инсайдер других балла, которые живут на Прессон Парке, ну, в конфе которых я нахожусь. Вот он говорит, мы держим Юнион Бульвар, или же нахер Вашингтон. Всекаешь, нигерок? Бля, я-то всекаю. Давай, пожалуйста. Дай. Yes. Фух, красавчик. Вот, кстати, и Клаус Барвуд тот же. Блядь. Перепрыгивает через капот, нападает на Клауса. Насколько все вот так вот. Короче, что-то они тут обсуждают, я так понимаю, они хотят какие-то типа союзные делишки устроить, обсуждают, кого тут нужно хлопнуть. Playboys вот говорят, или что-то типа того, чуть ли не каждый день пристреливаем одного из них. И вот они скидывают бабки Тристану Куперу, то есть они скидывают бабки, ну, главе Front Yard. Нормальная, кстати, такая встреча, именно люди с разных этих, Preston Park, там, Washington, Unity Station, Front Yard и кто-то еще, я просто, ну, это те, с кем я только пересекался. Так, тут что-то старшаки общаются. Так, Антонио Робинсон, это у нас Zero, я так понимаю. Это какой-то то ли мембер, то ли OG. Шон Трейн Эштон, не знаю кто, но, судя по всему, мембер. Так бы просто он не ездил бы. Вот, вот, кстати, скриншоты, вот и написали. Вот. Big Balla Party with Lookup. Willowhide Ballas, это в конфе которых я нахожусь. West Covina Mob Pyru, Limehood Pyru, Washington Recovery, ну и Front Yard Balla. Короче, все балласы, ёманый рассвет. А я эту всю движуху пропустил, да? О, да тут эту подружанию нормально тут оформляли. Симба, пустите! На улице стоит, пустите! Вот тут и копы приезжали, но вроде все уладили, типа мы музыку сделаем потише и все заебись. Ну и следующий у нас Willowhide Ballas. Так, ну у них, я думаю, будут примерно те же самые скриншоты, где они вот на движушке, но только что-то как-то поскромнее. Ну и все, закончилось. Топаем в игру. На, возьми лучше пиво, выпей. Протягивает Хэнку бутылку пива. Скоро домой мать будет пиздеть, что от меня ойлом несет. А твоей матери не похер на это. Ну а мне скучно, мне скучно. Этот тоже катается, не знает, чем себя занять, блять. Эти катаются, тоже не знают, чем себя занять. Никто не знает, чем себя занять.
Я уже на сегодня свою норму выполнил, хотел передать бабки кому надо и пойти стримить. Но этих людей нет, и тратить время, я не знаю, есть ли смысл. Поэтому все, что увидите, уже в следующий день. Скорее всего, завтра. Здорово. Ну так, что же, сегодня 27 число, 16:14 по киевскому времени. И сейчас я посмотрю конференцию Willowfield Ballas, которая 107 улица, где я в конфе. Топики почекаю и потом пойду в игру. Так, что тут у нас торгует на районе? Такой-то чел, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, тут 600 сообщений. Ну, такое, парни просто общаются. Но в топике у нас, как обычно, новые скриншоты. Тут всегда все активно. Но я заметил здесь топик стартер. Он общается с Мазавиус Кейсоном, который вчера на районе очень активно катался, проявлял свой актив. Кстати, хочу сказать, найдите мембера, который максимально проводит время в игре. Есть, как правило, такие мемберы, которые вот часто прям заходят, постоянно их можно найти на районе. И вот с ними можно делать взаимодействие, потому что они постоянно в игре. И через них будет легче всего протолкнуться туда. Вот, кстати, движ. Вот, кстати, движик вчерашний. Не, ну, пацаны, деловые, что тут говорить. Я вижу, парни, вот скрины в 13:52 уже были выложены, то есть парни играют еще в раннее время, о чем-то общаются. Опять же, не хочу вникать, потому что уже очень хочу пойти в игру. Салют, друзья, 28 января, время 14:50 по Киеву, и сейчас, ну, пойдем снова сначала на форум, потом в игру, и будем там проводить максимально долго времени. Потому что нужно уже показывать себя как-то, я не знаю. Да, кстати, я буквально вот вчера узнал, что Антонио Робинсон, это мой знакомый, он мне неоднократно писал, что, мол, давай в Баллас играть, а я ему отвечаю, мол, да я стримлю на ЛО, играю втихаря в какой-то фракции, не говорю в какой, но, собственно, я в Баллас и пытаюсь пробраться. Но есть такой момент, если ты не делаешь скриншотов, то тебя тоже сложно заметить, потому что игроков на районе реально, ну, достаточно, и выделиться чистой игрой, ну, сложно. Я буду пытаться, но это сделать сложно. Конечно же, я мог бы создать какой-то левый форумный ник и заливать скриншоты. В принципе, гайды на форуме есть, но если вы не умеете, научиться сделать это очень легко. И так было бы проще, чтобы меня заметили. Но на моих скриншотах будет видно мои моды. Может, я, конечно, немножко параноничаю, но все же я не хотел бы палить свои скриншоты. Короче, тут скриншотов до хера. Вот я вижу, есть люди, которые приторговывают на углах. Можно через них попробовать на кого-то выйти. Но, блин, как обычно, тут до херища скриншотов. Тратить кучу времени я на это не хочу. Ну и вот, уже пишешь 33-я страничка, а у вас овки до сих пор нет. Но я надеюсь, за время, пока я буду с ними играть, они уже получат овку. Парни действительно показывают хорошую игру, они подтягивают другие фракции, вот с копами какими-то играют. Ну короче, игра здесь действительно насыщенная, и пойду-ка я, блять, в игру. И я уж надеюсь, что сегодня случится какой-то переломный момент, вот... Блять, хочу уже какой-то переломный момент. Может, напроситься в конфу какую-то. Или, ну, я не знаю. Короче, посмотрим. Оу, Сэм Клинтон. Ёбаный рот, я ему денег должен. Я думал ему денег не давать, а его долю отдать Ди. Че делать, хуй пойми, блять. О, салют, негритосы. Че, как, Сэм? Не подкрадывайся, Ник. А, Биг Мак, это ж тот парень, которых я немножко это... Два жирняка, которых я немножко это... Оскорбил. Достает пачку дорогих сигарет, закуривает. Нигер, что там насчет бабок? И давайте я скажу ему, мол, типа... Что-то туговато с бабками, Нига. Мужик почти нихера не отвалил за технику. Знаете, зачем я это делаю? Я мог бы ему отдать, бабки нехер делать. Но я хочу нарастить какую-то... Страсть. В смысле, ты мне сотню обещал? Это что за дела? Где моя сотка? А где мой велик, черт возьми? Он был на тебе. Теперь его нет. Он стоит дороже гребаной сотки. А и будет твой велик. Я летел вам помогать. Он стоял прямо у гаража, где стоял и ты. Типа на стреме. Но как мимо тебя
пробралось два нигера, я не секу. Ладно, мне нужно повидаться с Ди. Оп-оп-оп-оп-оп, накал легенький, да, сука? Или он еще прицепится ко мне насчет бабок? А бабки-то у меня с собой. Но мне еще нужно отдать и Маркусу, и Ди. Блять, а где тут Ди? А Ди нет в игре, блять, никого, сука, нет в игре. Че это за велик? Мой. У меня был точно такой же, даже по цвету. А где ты его взял? Вот доебаться сказать, что это мой велик. Ты хочешь сказать, что я спиздил твои колеса? Не знаю, нига. Люблю, сука, накал. Люблю накал конфликты. Подними свой зад с моей сидушки. Может, это моя сидушка. Я тебя сейчас ебу, если ты не слезешь. Да ладно. Сразу завелся, нига. Быстро ты возбуждаешься. Ну чё, типа как твоя тёлка? Ага, пошел ты, говорит. Или как твой член. Нельзя никому прикоснуться. 15 лет связи плотно связан с парнями из Frontier Ballas. Нига, шагай отсюда. Мы просто болтаем. Он тебя послал, значит не хочет. И чё, меня мать постоянно посылает. Я же не съехал с хаты из-за этого. Дишон Тортон. О, а это уже мемберок подъехал. Я у связи, браток. О, а его-то знают. А я на него тут наезжаю, блядь. Сука. 17-летний афроамериканец имеет ключевое телосложение, головы сережка под ноль. У меня под 6. Йоу, Ди, а не шаришь, где тот Ди, который заправляет мастерской? Да, он мне не ответил ничего, ну ладно. Придурки, Купер, где? Придурки, сам придурок. Дурак. Но мне похуй, что ты знаешь, нигерок, мне нужен Купер. Он недавно прислал мне фотку с постели твоей матери. Мне нахер вас всех закрыть, мне есть за что. Я реально не знаю. Никакого Купера. И штанины на асфальт упал пистолет. Мать твою. В опаске отходит немного назад. Ой-ой-ой-ой-ой. Нигер влип. Нига, если тебя увезут в тюрягу, я присмотрю за твоим великом. Ай, блядь. О, Ди приехал. Салют, Ди. Видал, что творится. Что здесь происходит, малой? Нигер тупица уронил ствол на землю прямо перед рожами тех копов. Пишет, решил отыграть нормально, не на имущество. Так нахуй он это отыгрывал, блять. Про дело ничего не хочешь мне рассказать? Имеет немного следов побоев на лице. Все почти гладко прошло. Нужно будет перетереть в стороне. Говорю, дай ключи от велика. Он такой, пососешь, сука. Он пока его увели, я велик типа взял бы там, на нем уехал бы. И, блядь, было бы какое-то развитие ситуации. Ладно, йоу, сможем перетереть наедине? Косит взгляд на Сэма. Что ты, сука, палишь, Сэм, блядь? Твоя доля в проебе, нахуй. Бабки у меня, блядь, а у тебя нема. Ну и велика у меня нема. Сейчас почти 4, мне надо отъехать забрать деталь у продавца, и через час буду в автомастерской. Может, тебе помощь нужна? Не, когда приеду, тогда помощь понадобится твоя. Уловил. Увидимся. О, вот Ламар Фишер, который на углах стоит. Такой ССМ, блядь. Хочет с меня бабок поиметь по либасу. А вот и Антонио Робинсон. Ушел. А я посижу тут, покурю свои дорогие сишки. Так, ладно, он говорит где-то через час, значит мне этот час нужно чем-то заниматься. Да? Да. Чем заниматься? Если честно, хуй знает чем. Пока я тут сижу на лавочке, решил поафкашить и заглянуть в ВК. А здесь я вижу, что меня хуямснули. Меня хуямснули из чата, потому что я не проявляю актив. Но оно-то, собственно, и логично. Анна, Андрей, где игра от вас? Забей кикой. Хуямс и кикнули. Я, кстати, вот сейчас стою в ОФК. Рядом со мной стоит Антонио Робинсон ОФК. И он пишет мне, почисти, пожалуйста, наш топик. Блять, сейчас почищу, братан. Тут немножко нафлудили, суки. Все, топик почищен. Можно идти, наверное, в игру Brawling Friend Balance, я. Мусора опять подъехали. Ну, парни, походу, торгуют там на углах. Что еще можно подумать, я не знаю. Опа-па. Что, блядь, происходит? Стреляет, орёт. Пиздец, быстрее. Пытается его откосить. Во-во-во. Я лучше отойду подальше, чтобы меня не грибанули. Его сюда не паковать приехал. Пошли к ленту. Ну, короче, насколько я понимаю, Ламар Фишер и Дайнис Андерсон, они работают вместе на Дишона Тортона, которого тоже, кстати, называют Ди. Ладно, я пойду пивка себе возьму и постараюсь просто пообщаться с этим Ламаром.
Где-то я это уже видел. Оно, поехал, катается, блядь, на велике моем. Туруту, 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 туруту. А я все еще жду, когда приедет Ди. И я хочу пообщаться с Ди. В планах у меня что? Я с ним пообщаюсь, отсыплю ему денег, попрошу, чтобы он меня потянул к каким-то делам, познакомил с кем-то из банды, потому что у него там легально все дерьмо. А я хочу именно на криминале подниматься. Бля, вот они стоят, да, те вот трое работают вместе. Четвертый с ними в норм отношениях, а я Сэму денег должен, не отдал. Стивена Дэвиса доебывался, что он велик у меня спиздил. И к ним подходить как-то некрасиво. И стою такой один, бухаю пивко. Мне похуй, я вот так вот. Хуй лимс, и вот так вот, хуй лимс. Ой, такой чисто откисает пацан. Он приехал. А с кем это он приехал? А, привез этого Дайнеса. Угу. Вот он рассказывает. Короче, этот хер включил камеру, типа я не знаю, начал допрашивать, что я знаю нас всех, типа чем мы занимаемся и продаем. Короче, ну, пока что, ну, лично мне немножко скучновато, потому что я, в принципе, сейчас ни с кем не веду игру, я жду игру с Ди. У парней тут своя игра, они работают, они это. А я не при делах, и поэтому вот так. Я мог бы подойти к Ди и напроситься тоже в команду, но я, пожалуй, дождусь Вашингтона Ди. И попробую через него, чтобы он меня познакомил с каким-то членом банды, чтобы он меня к себе... Бля, я даже не знаю, этот Дишон Тортон, он мембер или нет? Я его видел на скриншотах, но может он просто инсайдер какой-то? Я тупо в ебаном режиме ожидания. Сука, в нахуй, блять, сука, скучно нахуй, все с улицы нахуй, по домам, опа-па, блять, съебаем, ну шо, пассажир тут. Тупо посижу. Не буду я никуда лезть, что, блядь, меня никто сейчас не убил, никто меня не принял. Я буду максимально аккуратен. Так, с время уже 16:35. Я тут по АФКшил какое-то время, позанимался всякой хуйней. Вернусь обратно на район. Надеюсь, там уже все закончилось. Нормальный хуй. Мне надо где? Но мне кажется, его сейчас нет. Сука, блядь, расхуярю тут все, блядь, иди нахуй, на, сука, блядь, все расхуярю. Так. Че ж смотрите здесь, пацаны? Я-яу! Нарита, где он еще, сейчас глохну, мать твою. А что сейчас было? Что ты сказал, сматываться с улиц, Зена? В голову что-то мне стрельнуло после дури, не бери в голову, нига. Проверялся так, если вдруг какая заварушка будет, будет реальная. Вот дерьмо. Я уже слегка хвост поджал. Думал, ща кто-то свинец привезет на 122-ю. Ну чё там базаришь про зеленозадых кретинов? Ау? Эти нигеры уже давно вне игры, они нам не конкуренты. Если какая-то жалкая собачонка с их улиц заявится сюда, я пущу ей пулю меж глаз, усёк? Да нигер усёк вообще без сомнения, бля. Бля, сука, влез в камеру. Надо что-то базарить. А видали, коп заезжает на 122-ю, цепляет кого-то свое корыца и увозит. А потом привозит через 10 минут. Бля, это я вообще зря ляпнул, мне кажется. Что я вообще тут делаю в их компашке? Хочешь сказать мне, малой, что здесь где-то поблизости взялась мелкая крыска? Не знаю. Я не при делах и не сую свой нос, пока не скажут. Но пока я ждал Ди, на моих глазах уже двое побывало в его машине. Ты что тут трешься, нига? Че, уши свои решил погреть или че, не врубаюсь? Да просто хожу тут, слышь. Смеется с Клэренса, затягивается сигаретой и начинает кашлять. Достает ингалятор и вдыхает с него. Я стрю Дишон Тортон, не, он все-таки не мембер, судя по тому, как с ним Ламар Янг вот пообщался сейчас. Все, старшики усебались, остались молодежь. Эу, Стив, да? Ты же за сколько ты свой вел мне продашь? Не за сколько, это мои колеса. Свои 15 имеет на себе 5 трупов, нихуя себе. Ладно, пойду перетру с нигерками. Да, сука, все меня оставляют. Да шо робить, ну дайте мне каких-то дел, блять, хожу, сука, брожу, нечем заняться, блять. Все, теряю, бля, мотивацию. Да не, нормально, все нормально.
Короче, пока я жду Ди, там, пытаюсь общаться или не общаться с кем-то. Ну, короче, как попадет. Ничего конкретного вообще. Весь расчет на то, что приедет Ди, я передам ему денежки, он меня по возможности сведет с кем-то из тех, кто рулит делами. О, приехал батя от скуки. Залипает в телефоне. Йоу-йоу-йоу-йоу. Где ты был, когда я загонял фургон? А, бля, он уже это? Давай в мастерскую, мне надо будет помочь их все равно разгребсти из коробок. Alright. Блин, кстати, если кто смотрел мои старейшие видео, у меня был такой же блейд коричневого цвета. И я вот с того переулка стрелял, по-моему, в эту сторону у нас была перестрелка. Против Science Brothers Hood, по-моему. Да, что там говорить? Было дело, было. Это какой? Это может год 11 или 12 был, я не помню. Но знаете, мне нравится, что, например, Ди, он старый член банды, у него тут своя мастерская, он как-то с криминалом не особо, да, связан. И он там занимается своими делами. Там остальные парни, Зено, там другие еще, они заняты какими-то своими делами, они особо не пересекаются, поэтому, может, у них тогда-то возник конфликт у мемберов из-за путаницы. Ну, это прикольно, когда много мемберов, каждый там что-то в своем. Ну, единственное, я, блядь, заебался целый день за счет Дисея вытягивать. Подъехал. Не заждался, заебался ждать, нигер. У стены лежат коробки с разного рода авточасными частями для лоурайдеров. Сразу же заваливается кресло. Но мой пацан себя, блядь, не потеряет. Хуямс! Че там делать надо, блядь? Похуй вообще, блядь. Помоги мне лучше разлить запчасти из коробок. Отсчитывает половину денег со своего кармана. Идет с ними к Ди. Мужик, это твоя доля. Там вообще-то и моя доля. Я хотел попросить тебя кое о чем. Здесь 1000 баксов, вы что, грабнули целый дом богача? Не, это моя доля. Нигер, я так понял, ты отошел от дел, криминал походу не лезешь. Но слышь, я бы хотел иметь дела с кем-то с улиц, с кем-то из фронт-ярда. Можешь замолвить словцо за мой тощий зад? Я бы хотел зарабатывать побольше на улицах и все такое. Я в долгу не останусь. Ну, скажи да. Скажи, да, ты, бля, без проблем. Слышь, нигер, ты решил меня списать с улиц как покалеченного ветерана войны? Не, я же говорил, что уважаю тебя и все такое. Просто ты весь тут своей мастерской. Бля, его походу еще зацепил тем, что это. Он сейчас обидится, скажет, слышь, ты что думаешь, типа я нихуя не могу, сейчас даст мне пизды, блядь. Ты изначально пришел ко мне за тем, чтобы провернуть дело, а ты сейчас мне рассказываешь за продвижение, это неуважение. Чего? Бля... Я понимаю, что ты хочешь. С такими просьбами можешь идти на улицу просить дозу, понимаешь, о чем я? Вот сука. Ладно. Заметно расстроился. Мой план не сработал. Черт, здорово, нигер. Давно я твоей рожи не видел на улице. Ты здесь пропадаешь, йоу. Ты все здесь пропадаешь, йоу. Бля, прикиньте, если он сейчас за меня словечко замолвит. Ой, блядь, прикинь, как это будет. Антонио Робинсон, это парень, который мне пишет, что Камел, что, будешь играть в балл? А я такой, та не, типа, я, блядь, там, хуё-моё. А окажется, что я с ним буду играть. А может и нет. Зен, 23 года, старый участник сета Frontier Balls, имеет немалый авторитет на улицах. Все, Ди, все, ебать, дядя рассеялся. Ты страхал мне все мозги, козел, где твой зад носит? Вали в мастерскую в переулке, я здесь. О. Сейчас тут сборище бандитов будет. Четко, слышишь, я запомнил твою просьбу, паренек. О-о-о. Окей, спасибо, Ди. Тебе что-то нужно еще или валить? Ага, что-нибудь да придумаем, можешь идти, говорит. Отлично. Увидимся. Ну все. Ну все, блядь. Повыебывался немножко. Меня немножко заметили. Хорошо. Нужно сейчас не пропадать, потому что вполне возможно, он сейчас как раз что-то ляпнет за меня. Возможно. Я не могу знать, не могу утверждать. Опачки, а вот стоит тот и премьер с тем копом, который забирал людей поочередно. Сейчас мы это посмотрим. Надо запомнить его ник и потом, если что, Зену донести. А, не. Я думал, то этот. То коп, а то, блядь, член банды. Ю, отвали мне травы покурить. Какой травыник? Тут все на серьезе, бля, сбывается. А что есть? Мэт, кока. Когда будет, не шаришь? Не шарю, бери мед, блядь.
в следующий раз. Мед, мед, мед. Подожди, метамфетамин это у нас что? Как оно там принимается? Нужно вспомнить. Метамфетамин это у нас... Я хотел показать вам сейчас момент, как я ищу нужную инфу для себя на форуме, и на тот момент я нашел ответы на свои вопросы. Минусы. Отупление, психозы, ухудшение внешнего вида, выпадание зубов, агрессивность, депрессия, сильная зависимость. И поэтому мой персонаж не хочет покупать метамфетамин, он хочет купить чисто травки. Сейчас же о наркотиках на форуме нет. Может, кто помнит, форум был закрыт Роскомнадзором, и все статьи на эту тему удалены. И я хочу сказать, что все, что показываю сейчас в видео, это для роли персонажа. Никто никого никуда не призывает, никаким действием. А если вам для роли нужна какая-то инфа, единственный актуальный паблик, который я знаю, с кучей вот этих полезных статей, это кладовая Сампера. Найдете в ВК. Ну и словечко за меня, я думаю, он никакой не сказал. А может сказал, кто его знает? Че, буду дальше сидеть вот на лавочке возле дома Антонио. Если он замолвит за меня словечко, значит, мне что-то Антонио скажет. А, ну они сидят в тачке, кстати, походу. Да, 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 видите, они в тачке сидят. Камхан в личных целях, прикиньте. Я просто хотел красивый ракурс сделать вообще-то. Тут, тут, тут. Уехали, ребятушки. И улица пуста. Пуста. Что делать? Что делать? Хер пойми. Ну, пацаны, видите, они занимаются торговлей на углах. А я нет. А мог бы. Ля, сука, камера тупо сюда смотрит. Ух ты ж, блядь. У, сука. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй. Эй-три-ти-ти-ти-ти. Хуямс. Где-то это было. Вот многие писали, я не знаю, чем заняться, чем можно заняться на районе. Вот я сейчас тоже, например, не знаю, чем мне заняться на районе. Я вот просто буду, может, кого-то видеть и с кем-то играть. А может и нет. Ну, брать. Короче, я честно заебался монтировать видео. Я просто скажу в двух словах. Я обратно скидался по району, взял пивка и заварился к Ди в гараж. И мы посидели, поболтали. У него была травка, и мы вместе покурили. Я решил втираться больше в доверие к нему, обсудили, что буду работать у него и помогать с гаражом, и пытался узнать больше о делах Зена, как обычно, ну, сунул свой нос. Но Ди хорош в этом плане, он умеет держать расстояние. И, короче, договорились, что завтра я приду к нему днем помочь в гараже. Какой вывод? Пообщались мы только что с Деланиусом, там пивка ему притаранил, он мне косячка дал покурить, короче, посидели. Взял он меня вроде как на работу, ну и хорошо. А давайте я сейчас напишу ему и спрошу, а есть какая-то конфа out of... Что-то я ему пишу в ПМ, а он не отвечает. Но то, что я выполнил задуманное, это уже хорошо. Так, а тут у нас что? Я вижу Frontiers Ballas и Willowfield Belafre. Есть новые скриншоты. Вот, он ездил за автозапчастями. Он реально с кем-то там играл. Да, вот они заезжали, разгружали, а я где-то проебался, прикиньте. Бывает, бывает. А вот Антонио залетел, вот что они общались. Ну вот, они общаются о том, что тому нужно тачку починить. Я тебе окажу бесплатную услугу с точилой, а ты мне. Мне нужна свободная точка под углы. Ты решил вернуться к старым делишкам, пес? Я всегда при делах, Зена, дай мне только знать. Ага, показывает рукоять Take 9. Да этот Деланиус тоже не пальцем деланный. У него оно пушка, у него трава, он хочет себе углы. И говорят, я устрою для тебя это, нигер. То есть, я, конечно, если об этом не знаю, да, и я жду, что Деланиус замолвит за меня словечко, но по факту Деланиус сам просит у Зена точку для сбыта, и он туда будет искать парней. В принципе, я думаю, могу попасть под эту категорию людей. Ну и как дальше будет развиваться, смогу ли я попасть в дела или нет, вы узнаете уже в следующих видео. Все, 35 минут окончено. Кто досмотрел до конца, вы очень сильные. Напишите в комментариях в каком-либо контексте слово «конец», и я лайкну. Все, братва, всем удачи, не болейте, до новых встреч.